У нас 19 июня 2017 года, что сейчас время, вот мы едем по Потеряевке с братом на машине ЗИЛ, нагрузили клёнышки, Коля, вот сейчас едем на первый мостик. Доброе утро, батюшка! Ой, что было? Батюшка спрятался там за дверью. Что, крыша? Почему снег продавлен? Снегом прикрыли. Сейчас прилетел уже здесь просивать. Потому что проволоку. И все это надо будет выкрасить. Дорога немножко неровная.
смотри, как омелела она уже. Водичка. Сейчас найдется способ. Сейчас держись тут. Пучка на пушке. Иначе не ищ! Снимай, снимай, снимай! Подожди, подожди! Давай сюда! На слева идти, а не справа. Он еще не видит справа. Задний-то, боковой-то есть. Вот так вот, вот поращу, вот сюда вот, чтобы сюда будет. Давай! Во-во-во-во-во, вот так, вот так! Во-во-во-во! Давай, 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 давай. Еще, еще. Еще, давай, давай. Давай, давай. Еще маленько. Давай, давай. Еще, еще. Хорош. Вот теперь давай мне. А теперь вынимайте всю проволоку, все туда скидывайте. Вон туда к соломе, кидайте. Проволоку все только к соломе туда. А это он поднимет. Жерди куда? Это отдельно отдай, чтобы на ту сторону, что ли, скинул. Вот так. Маленько подальше туда ее. С дороги убрать. Во-во-во, клади. Хорош. Вот так. Чтобы бульдозеру был ход. Солнышко, покажу сейчас, как восходит. Уже поднимается. Вот сколько мы. Утро. Вот эту вот запруду надо нам сделать. Вот отсюда начнем сваями заколачивать их. Ну и вот тут уже разбомбили эти коровы. А это вот старинная, ну лет 100 примерно, 100, может даже с лишним. 100, нет, больше, лет 100, наверное, 80. Столбам эти первые, первопроходцы строили. Они их вымачивали в глиняных ямах, вымачивали в известковом растворе. Они стоят, нигде не подгнило, ни одного, говорится. Ну, остальное принять, вот сюда положи, на ту сторону, перекинуть проволоку всю. Потихоньку скидывайте проволоку, а потом остальное. Да-да. Володя, туда надо, на ту сторону. Вот сюда вот, на низ, вот сюда, кидай рядышком. Во! Подожди, ты лучше отдавай, а то там не найдешь ее, там, вон она куда улетела. Видишь, нет куда, или мы все равно, Никита? Рядом складывай, там уже не найти, все. Гляди, куда замотал. Безразличие такое. Проволоку класть вот здесь в одно место, руками подавать, ничего не бросать. Возьми, Роман. Беда прямо. Нехозяйственные люди. Подай, Роману. Вот туда положи подальше, прям на эту, на стенку, а потом мы спрячем. Все, туда инструмент весь. Вот. Так вот, Никита, он ценит это, ему разницы нет. На каждом шагу караулить надо. Вот сюда куда-нибудь, поставь поближе. Это с собой мы. Роман, он хозяйственный, он нас всех учит. А это потом, сюда, клади.
Вот сюда поставь, потом уберем. Это отработка. Ломик и клин-то у меня, я заварил, оно горячее, забыли. Надо возвращаться. Вот. Но мы будем туда все равно выезжать. За одним клином ехать надо, понимаешь? Ну так там 50 метров. Они правы, тут отвечать нечего. Ну. И за одним клином поехали, я даже не вспомнил. Он горячий сильно был, я его не брал. Да ничего, все горячее-то. Лежал бы он здесь, все там горячее. Вон туда, Никита, подожди. Вот сюда сбрось. Роман, отойди. Дверку не сломай. Вот так. Все. Поднимай теперь. Сейчас кидать не надо. Ой, он свалит. Давай, сваливай. Валите, сами оттуда сваливайте. Клин забыли. Вот это здорово. О, вот сюда вот. Это наша мазюка. Поставь просто так. Поставь рядом. Мы заберем сейчас. Сейчас. Бери инструмент. Эта чашка прикрывать его будет. Так, ничего не забыли? Вылазь, Никита, слазь оттуда. Палочки мелкие вытащи. Палочки руками. Вот эти мелкие палки вытащи их. Вот эти, которые лежат там, мелочь вот эту. Вот сюда рядом положи. А это вот Павел там бетонировал когда-то. Чтоб коровы чистое вымя было. А тут один... Ему и говорил, это сделал, чтобы ездить за водкой в соседнее село. Сильно этим обидел его. Никита, слазь скорее. Нас четверо, и никто не вспомнил про клин. Так, Володя, клади рядом здесь. Мы сразу, как свалит, сразу положим. Это для камня. Клади здесь, клади. Все, поднимай, Роман. А в прошлый раз, если вы помните, мы освобождали половину кузова, чтобы высыпалось. Потому что оно было с этими. Коряги упирались, а здесь ровное. Ты делай разницу-то. Маленько еще отдай назад. У тебя правое колесо там 2 метра и будет уже внизу. Так что давай. Недалеко. Маленько еще. Еще сдай маленько назад. Ну там вот столько сдай. Давай. Давай, еще. Хорош! Вываливай. На, держи. Я пошел. Давай, брат, вывалим. Thank you.
Еще немного. Все. Да. Грузите инструмент. Вот это бревно положить. Где-то там скрывается. Давай. Так, весь инструмент подавай ему. Вот, пожалуйста. И у нас все здесь готово. Вызывать бульдозер можно. Вот эти мелкие палочки, как соломе туда можешь подкинуть, мелкие палки. А это в кабину можно отдать. Там этого, бачок еще один вытащи. Какой бачок? Вон тот, это отработка. Это вода была здесь. Там вода? Я налил воды. А, там не отработка, да? Нужен ломик, нет. Сейчас. Роман, вот эти вот положи ему туда. Ломик и столб. Столб это очень хорошая подпорка. У него кун не работает, руками грузить будем. Кирпич, этот камень. Вон туда, тащи, где. А вот там палочки, вон тебе возьми тоже туда. А вот эту вот проволоку надо стащить вниз туда, в траву. Проволоку прямо в траву стащить рядом. Вот она проволока, здесь. Стаскиваю. Куча, если ты стаскивай, это рядом. Захвати всю ее под низ. Тащи. Клади, все. Рядом, одна на другую брось. Туда не каждый пойдет. Вот Роман теперь стоит, смотрит. Вот так мы это все будем. Когда он загрузит это все, тогда мы начнем уже ставить это. Тут ничего не могут. Каждую весну все на прорыв идет. А я хочу сделать так, чтобы вода проходила по камням. А смыть она не сможет, потому что у нас сваи будут стоять. Работа уже идет к началу. Бульдозер уже. Да, бери зонтик и поехали. Да, с той стороны сейчас. Залазь, Никита, наверх. Бери там галстук. Возьми у него галстук. Это галстук. Ой. Возьми у него этот. Зонтик не поломайте. Он... А, не это. Володя, сними, до, пока не, на трассе не повернем.
стоим.